Дамы и господа, начинается церемония награждения призеров и победителей этапа ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров 2021 года в Красноярске в дисциплине одиночное катание юноши. Ladies and gentlemen, ISU Junior Grand Prix Krasnoyarsk 2021 Victory Ceremony Junior Men. В церемонии награждения принимают участие министр спорта Красноярского края Павел Александрович Ростовцев и президент Федерации фигурного катания на коньках России, олимпийский чемпион Александр Георгиевич Горшков. Please welcome Minister of Sport of the Krasnoyarsk Territory Павел Ростовцев and the president of the Figure Skating Federation of Russia, Olympic champion Alexander Gorshkov. Третье место и обладатель бронзовой медали Уэсли Чу, Канада. Third and winner of the bronze medal, Уэсли Чу, Канада. Второе место и обладатель серебряной медали Егор Рухин, Россия. Second and winner of the silver medal, Егор Рухин, Russia. Первое место и обладатель золотой медали Глеб Лутфуллин, Россия. First and winner of the gold medal, Глеб Лутфуллин, Russia. Дамы и господа, в честь победителя этапа ИСУ Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров 2021 года в Красноярске звучит государственный гимн Российской Федерации. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of the Russian Federation. Thank you.
Ваши громкие аплодисменты победителю и призерам! Ladies and gentlemen, these are your medalists! Спасибо! Thank you!